Так. Найдена проблема. Найдена причина даже поломки. Значит, вот так вот выглядит батарея Куга S2 или iBalance ES1 в разборе. Здесь, короче, получается 30 ячеек. 30 ячеек по 3,6 вольта. 18650. Ну, как уверяет производитель на своем сайте iBalance, да, что типа с 2017 года у них там качество пошло, поднялось, и у них уже ставятся в iBalance'ах Samsung'и, ячейки самсунговские. И мы видим, что это, конечно же, все не так, естественно. Вот. Вообще на форуме я нашел, что вот батареи синие, они как бы говно. То есть они все голимые, бракованные и ублюдочные. А вот зеленые уже, вот как в Куга М5, например, стоят, это типа новые, они уже качественные. Вот. Так что производитель вот этот, да, iBalance, короче, это китайская хуйня. Такое же, как и Halton, такое же, как и Yakamura, блядь. Никакой Японии, никаких немцев, никакой России здесь нету. Это все китайская хуйня, за которой те, кто, блядь, вешают ярлык какой-то фирмы, никто не смотрит. Все хотели срать. На сайтах содержится совершенно неактуальная информация, что у продавцов, что у всех остальных. Ржавчина здесь есть. Вот она только вот здесь, на первых трех ячейках. Больше ее нет. Сюда вода попасть никак не могла. Здесь полностью было все загермечено, все заклеено. Не было ни единой дырочки. Поэтому, наверное, этот самокат валялся где-то на складе в Китае. Ждал своего часа. Причем с синей батарейкой. Он не 2019 года. Он древнее. Он, может, еще лежал как Куга, по-быстренькому переделали и отправили, как iBalance. А что, они одинаково выглядят, все одинаково. Быстренько ярлычок поменяли и отправили. И вот это вот говно, скорее всего, валялось полгода где-нибудь на складе, в каком-нибудь там в помещении в сыром. И потому что вот эти вот никелированные, покрытые никелем или хромом болты, они не могли за 3 месяца лета на дворе, да, они не могли никак соржаветь просто так. Конденсата тоже как такового там быть в принципе не может, тем более самокат был загермечен, тем более, я говорю, вода туда попасть никак не могла, тем более в батарею. Это все лапша на уши. Это просто все голимая китайская вонючая продукция. И фирма это не фирма, а кусок вонючего говна. Это не iBalance, а просто китайское говно. Вот. То, что мы и видим. Никакого Самсунга нет. Вот. Это первый вопрос. Сгорела здесь BMS-плата. Сейчас я покажу, как выглядит эта плата. Вот. Выглядит она вот так. Вот она была срезана отсюда. Вот. На Алиэкспрессе я буду покупать. Ну, не знаю, точно такая она или не точно такая. Она стоит 9,5 баксов с балансировочкой. Буду брать ее. А так для Куга можно купить вот 3,5 долларов. Вот такую вот плату. Ну, там про балансировку ничего не сказано. А за 9 уже... Там уже сказано, что с балансировкой. Так вот они идут от 3,5, 8, 7, разные ценники. Вот. Вот она была вот здесь вот, блядь, припаяна, короче. Выяснилось, что она не рабочая. Ячейки все полностью живые. Полностью. Все контакты живые. Мультиметром замерялось от красного провода. И по каждому
вот этому. На выходе он отдает 41 с копейками. 41 с копейками напряжение у него на выходе. Когда же подключаем к этой карточке, здесь вот замеряем, он не показывает ничего. Соответственно, БМС гавкнет. Я думаю, что БМС-ка полетела из-за того, что в инструкции написано, когда самокат полностью заряжен, нельзя жать на рекуперативный, блядь, тормоз. И вот, наверное, где-то этот тормоз был нажат, и она не выдержала. Но это мое лишь предположение, хотя не факт. Может, она просто вышла из строя, потому что уже старая, завалявшаяся, может, еще чего, я не знаю. Ну, это я так думаю. Самый логичный способ, поскольку вода здесь, естественно, ни при чем. Просто это бракованная вообще кусок вонючего говна. Как она еще 3 месяца побыла, я не знаю. Хотя ячейки, в принципе, хорошие. Ржавчина там особо ничего плохого как бы не влияет. То есть каждая ячейка была проверена. Она дает 4,2, поскольку... Ну, короче, блядь, все живые, короче. Потому что здесь могло быть 3 варианта, могло быть 4. Сдох контроллер, мог сдохнуть, даже 5 вариантов. Мог сдохнуть компьютер, мог сдохнуть контроллер, могла сдохнуть БМС, что и произошло. Могли отойти ячейки где-то, где-то контакт, могли сдохнуть ячейки. Вот, батарея полностью целая, живая, короче, сдохла вот это говно. Для Куга S2, S3, там, да, iBalance S1, маркировочка у этих карточек БМС-ок 10S 36 вольт. Ну, смотря у кого сколько вольт, там я не знаю. Тут батарея на 7800, 7,8 ампер-часов, соответственно, там идут они номиналом 15 ампер. То есть я заказывал 10S 36 вольт, 15 ампер. Вот, и сюда у меня теперь вопрос отсюда идет к нашему колхозному гребаному сервису. Понятно, что магазин это так же, как и фирма, да, на сайтах все красиво выглядит, по итогу мы продали, а что продали, нам похуй. Все, везде ложь, обман и говно. Все, короче, не надо обращаться вообще в эти салоны, покупайте самокат, сразу герметьте, сразу все там укрепляйте, чтобы ничего не тряслось, не двигалось. Все, если что, делайте сами. Все запцацки на Алике есть. Не надо возить в эту херню. Не, ну можно первый раз завести там. Если говорят, платите, все, забирайте, делайте сами. Потому что эти пидоры мокрожопые, они смотрят только свой вонючий карман, нихуя не делают. И вот мне интересно, вот эти вот Васи там с Петей, которые сидят, да, вот они проверили, что батарейка ноль. Но они ж не знают, что здесь. Отошел контакт, ячейки, плата. Они ж ее не разбирали. Как они мне залупили 75 баксов. А я знаю как. Сразу взяли максимальный ценник и все. Вот так вот. Такие вот хуевые диагностики. Понимаете? Вот. 10S маркировка. Поскольку я так понял, вот здесь идет у нее 10 вот этих вот выходов. Здесь, по-моему, должно быть их вообще 11. Да. Тут получается, по-моему, 10 минусов и 1 плюс. Или наоборот, 10 плюсов и 1 минус. Да, черный это ж минус у нас. Сейчас посмотрим. Да. 10 плюсов и 1 минус. Поэтому она называется 10S. Минус откидываем. То есть 4S, я так понял, на 4 выхода. Но это я пока так, поверхностно стал в них разбираться, поскольку если ввести БМС для Куга, показывает просто, что в России у нас в магазах что-то там валяется. Ну там такие заоблачные цены, что это просто даже вообще, там больше 20 баксов стоит это вонючее говно. Вот это вот, я имею в виду, говно. Так вот снизу выглядит. Так вот сверху. Все так неплохо спаяно монолитно. Вот эти провода здесь
тут, конечно, тоненькие. Здесь БМС-ка здесь вот отключена, здесь это щелкнуто. Все. Но я ей еще прозвоню, естественно, на всякий случай. Хотя, потому что вот здесь на проводах оно идет первый. Замеряем, идет 4,8 и пошло расти. И вот на последнем на выходе дало 41. То есть как бы здесь все рабочее, все провода, все спаяно, все в принципе так оно и есть. Вот. Тоже запаяно здесь вроде бы неплохо. Опять же, я не знаю, это может и не самые плохие ячейки, но это никакой не Samsung, как уверяет сайт производитель Китай, ну, который там, типа, мы фирма, пиздуны с большой дороги. Вот. Короче, никто не следит за китайцами, они делают свою хуйню, со складов продают одно говно, блядь, не заглядывая вовнутрь, там просто уже у них эта хуйня, она просто гниет, понимаете, лежит, блядь. И тупо, блядь, ржавеет эта подъемка, блядь. Все, они уже штампуют, там это валяется, все. Включили, работает, все, в коробку. Шли, да. Такие вот дела. Короче, когда все сделаю, подключу, запаяю, установлю. Естественно, выпущу видос по этому поводу. Всем спасибо, такие вот дела. Так что, как бы, можно решать эти вопросы и самим. Кстати, когда остаешься вот один на один с такими проблемами, неплохо это и для саморазвития, да? Немножко подучить там какую-нибудь электрику, электронику, начать как-то в чем-то себе разбираться. Как бы в этом есть и плюсы. Просто что обидно, я за это говно отдал 400 баксов, блядь, тут какая-то вообще пиздец. Кому не обратись, одни нихуя не знают. Вторые нихуя не знают, требуют деньги, а четвертые, блядь, вообще похуй. А пятым тем более, блядь. Вот. Я, кстати, связался, да, с производителем через интернет официально, с фирмой iBalance, и они мне реально сказали, что на батарею 3 месяца гарантия. Я им, конечно, уже не буду задавать вопросы по поводу этих ячеек, что они ржавые, поскольку там Иван, да, консультант, он мне ничего путного не скажет. Или ответит какой-нибудь хуйней. Ну, короче, это все мы прекрасно понимаем, не дурачки, что эти волоебы конченые, да, они как бы им все помнят. Так что, ну и нахуй. Берите лучше просто. Куга S2 не так будет обидно, блядь. Чем iBalance, который вот залезьте к ним на сайт, читайте, как они там расхваливают свою продукцию, что это просто, бля, я не знаю, сам Господь Бог поцеловал вот это все. Дело, да, они узкожопый китаец собирал. Ладно, что-то я затранзился. Все, все. А вот главный эксперт по самокатостроению. Томас. Томас. Помаши лапкой, зрителю. Ладно. Всем спасибо за просмотр.